В полях кипит работа. Посевная в Ульяновской области завершена на 80%. И только за сегодняшний день в регионе засеяно 23 тысячи гектаров земли. В том числе и в хозяйстве Новоспасского района, откуда только что вернулась наша съемочная группа. Неожиданные весенние заморозки корректируют работу. Но, несмотря на все трудности, ульяновские аграрии рассчитывают на хороший результат. Не помню, чтобы май был такой холодный и долгий. Ну, день-два заморозок и все. В этом году ей много пришлось выдержать зимой пшеницы. Ослабла, пожелтела, но через время отошла, заколосилась. Иначе у Владимира Евстифеева быть не может. В дело вкладывает душу, потому и спорится оно с 2007 года. Сейчас во владении у фермера, который разделяет вместе с сыном, порядка 5000 гектар, где ежегодно собирают урожай пшеницы, подсолнечника, ячменя, гречки. В этом году добавился горох. Параллельно уже сейчас готовит почву к следующему году. Новая техника оснащена компьютерами. В кабинах – кондиционеры. Комфорт сотрудников – залог их качественного труда. И зарплаты, и все устраивает. И завтрак, и обед, и ужин. Все есть. Зато вакансий свободных нет. За места держатся, работают на совесть. Потому и в уборочную команда Владимира Евстифеева в передовиках. Фермерское хозяйство переживает расцвет. Но так было не всегда. Но поры никакой не было. Все кругом сам изворачивался, искал деньги, пытался кредиты брать. Вот. Тяжело изначально было. Но сейчас... Нет проблем. Часть продовольственной безопасности региона закрывает труд Владимира Николаевича и его команды. Ежегодно тысячи тонн качественного урожая с полей собирают работники хозяйства. Наше богатство – пшеница. Качество у ней отличное. И клейковина, и натура, как там говорят, и число падения, и ДК. Все идеально. В хозяйстве и на селе. Молодежь не уезжает, работа есть, а досуге односельчан Владимир Николаевич тоже заботится. Помогает местному клубу и другим соцобъектам поселка Красный. Старается из-за любви к делу и родине. Маргарита Матюшинская, Денис Миронов, Вести, Ульяновск.